Все хлопает, Онегин входит, идет меж кресел, по ногам, двойной лорнет скосясь наводит на ложе незнакомых дам. Все видел, лицами, убором ужасно недоволен он, с мужчинами со всех сторон раскланялся, на сцену в большом рассеянии взглянул, отворотился и зевнул. Но Онегин точно не в театре Пушкина был. В театре Пушкина невозможно в России не смотреть на сцену, слишком хорошие спектакли, лицами и убором недоволен. Но это точно не в театре Пушкина. К нам ходят только самые красивые женщины, очаровательные, восхитительные. Кстати, с 8 марта, дорогие, вы наше солнце, наше тепло. Будьте счастливы и любимы. А мы вас ждем.